Ja. Хасбулатов, как миротворец, пришел, но мы сами знаем, какой Хасбулатов был. Белый дом показал его. Так же? Но как же он может быть сейчас, как говорится, сын чеченского народа, когда его призвали, он не пришел, а сейчас у него и появилось желание. Пусть там представители ООН придут, из других государств придут, посмотрят, как выборы проходят. Выборы надо провести честным путем, а не так купить, как сейчас делают. Мол, там при высылке там дают деньги, там дают, паспорта забирают в сельсоветы, ставят. Они уже почти, откуда Завгаев уже набрал 15 тысяч голосов? Где он их собирал?